Позвонил Сергей Анатольевич, предложил подумать над сменой места работы. Я подумала и приняла его предложение. Это был февраль месяц. У меня вообще все наоборот. Я сначала в федеральной структуре работала, потом в краевой, ну, в двух субъектах получилось, а потом перешла на местное самоуправление. Ну, так, антикризисное управление — это работа, вот, сиюминутное принятие решения моментально. Нужно просто проанализировать все факторы, которые сложились, и принять решение вот согласно сегодняшней ситуации. Ну, вот у нас, наверное, это не первый раз. У нас было наводнение 2013 года. В 2014 году мы строили дома для граждан, которые пострадали. Мне, наверное, везет на вот такие вот многозадачности, вот какие-то сложные вопросы. Ну, это все решаемо. Дорогу осилит идущий. Вот как-то так, мне кажется. Надо начинать и делать. Ну, вообще слово «подчиненный» мне категорически вообще не нравится. Это коллеги, это соратники, это команда. Вот и только в такой плоскости я строю свои взаимоотношения со своими коллегами. Наверное, для того, чтобы получить результат, нужно просто ясно его сформулировать, что ты хочешь. Нужно четко поставить задачу и нарисовать ту картинку, к которой должны прийти. А на самом деле я забираю у них паспорт и перестаю кормить. Вот это вот. Профессионал, что это такое? Это такой комбинация знаний и опыта. Ну, чиновник, он ничем не отличается от профессионала, да? Вообще чиновнику это стало ругательное слово, какое-то такое даже оскорбительное, я бы так сказала. Это то же самое, просто у чиновника работа больше связана с определенной степенью публичности, и он всегда должен быть готов к взаимодействию с внешним миром, с людьми, с обществом. Он всегда должен быть готов, неважно, на работе он находится, либо в магазине. Ну, мне сложно сказать вот конкретно, что ждут от меня вот это или вот это. Наверное, в большей степени открытости. Мы стараемся объяснять, что мы делаем, почему мы это делаем и как мы пришли к этой мысли. Вот. Максимальная открытость и показ того, чем мы сегодня занимаемся, я думаю, то, что сегодня востребовано в нашем городе. Потому что когда люди не понимают, чем занимаются чиновники в своих высоких кабинетах, это очень плохо. Чем больше мы будем демонстрировать то, чем мы в текущее время занимаемся, то, к чему мы стремимся, показывать, какие мы ставим себе задачи, объяснять, как мы их будем достигать, ну, тогда, наверное, это будет такая определенная вовлеченность, в том числе и граждан, горожан, вот, к созданию чего-то хорошего в нашем городе. Кошки или собаки? Кошки. Телевизор или интернет? Интернет. Сова или жаворонок? Сова. Отдых активный или овощной? Овощной. Семья или работа? Семья. Самое красивое место на Земле? Теплое море. Достижение, которым больше всего гордитесь? Рождение моего ребенка. Я ей очень горжусь, я ее очень люблю. И для меня это очень важное событие в моей жизни было 16 лет назад. Это ничего другого, более важного, чем рождение моего ребенка, нет.